Международная лига OpenFC – соревнование, которое объединяет бойцов из разных стран мира. Так, в ближайшие выходные в Барнаул приедут файтеры из Бразилии, Израиля и ближнего зарубежья. Алтайский край будут представлять 7 бойцов, и у всех одни задачи – победить в бою и заявить о себе на международной арене. Ребята, которые выступают, которые... хотят конкурировать в этом бизнесе, так скажем, должны постоянно где-то ездить, повышать свои квалификации, навыки. А мы на данный момент, как я минимум дерусь в Беллаторе, ребята у нас дерутся за рубежом. Есть в Сибири с кем расти, так скажем. У бойцов завершились основные тренировочные сборы. Подытожили все контрольными спаррингами. Вот сейчас вот эти 2 недели у нас происходили больше борьбы, больше спаррингов, где-то теория тоже была. Сейчас, в последней неделе, будет весосгонка. Первый этап подготовки я проходил у себя на родине, в Республике Дагестан. Больше боролся, возился, работа у стены, такая общая работа. А вот заключительный сбор у себя здесь в клубе «Тим Стрела» Барнаул. Вроде все нормально, все хорошо. От боя еще выйти, побеждать надо в любом случае. Эпид-ограничения никто не отменял. На сегодня число разрешенных зрителей не больше 500. Организаторы совместно с региональным Минспортом стараются решить этот вопрос. По словам бойцов, это шоу в первую очередь для зрителей. И начнется шоу уже в эту субботу, 5 февраля в 18:00 в Титов-арене. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.